Всероссийская олимпиада школьников проходит во всех регионах страны. В столице Чувашии свои знания проверили любители химии. Об ученических опытах Юлия Важенина. Так, процесс окисления, жидкость от мозоли на спирту и немного резинового клея. Почему до меня никто не додумался сделать нитки невидимыми? Это же решает целую кучу проблем. Изобретать сыворотку невидимости этим школьникам пока не нужно. У них другое задание. Перед каждым стоят 14 флаконов. В них водные растворы. Задача с помощью химических реакций определить, что за вещество в каждом из них. На все про все у участников 5 часов. Времени достаточно, но иногда они смогут не интерпретировать полученный результат, если они его получили, но не знают, какая тут реакция прошла. То есть и теоретический багаж должен быть, и практический. Задание достаточно сложные, но дети подготовленные. И это действительно так. На республиканском уровне олимпиады участвуют победители и призеры муниципального и школьного этапов. А это 80 знатоков химии. Химия мне нравится. Я считаю, что знание химии – это способствует как бы упрощенному процессу понимания всех других наук, таких как биология, то есть, естественно, научного профиля. Нина Кудрявцева решила попробовать свои силы в олимпиаде, оценить свой уровень знаний. В будущем она планирует стать врачом. Особенно сложно работать с органической химией, потому что она пахучая, и голова кружится, то есть тяжело достаточно. А химия меня привлекает тем, что ты можешь больше узнать о нашем мире, то есть не просто как-то фактами, а сам проверить, узнать, то есть это очень интересно. Ты, не знаю, больше знаешь об этом мире. И теоретические, и практические испытания позади. Теперь участникам остается только ждать результатов. А лучшие из лучших отправятся представлять Чувашию уже на всероссийском уровне. Кстати, победа в финале – шанс поступить в вузы страны без вступительных экзаменов по профильному предмету. Юлия Важенина, Павел Рядков, Республика.